Большой привет всем подписчикам intellibet.ru, меня зовут Роман Гудсайт, и на очереди у нас обсуждение еще одной игры ближайшего тура английской премьер-лиги. Манчестер Сити у себя дома будет принимать Борнмут. Борнмут пока больше буксует на старте этого сезона, результаты не самые хорошие, но это можно было предположить, потому что второй год для многих команд очень, как правило, складывается нелегко в высшем дивизионе. А вот у Манчестер Сити история совершенно другая. Просто восхитительно вошли в этот сезон и обыграли в прошлом туре Ман Юнайтед в принципиальном для себя матче в Лиге Чемпионов. Хорошо стартовали, даже несмотря на то, что на день позже в итоге пришлось играть. В общем, Манчестер Сити пока не просто впечатляет, как мне кажется, а даже превосходит ожидания. И надо сказать, что в прошлом сезоне, когда Манчестер Сити тоже играл в похожей манере, держали мяч внизу, пытались комбинировать, много позиционных атак проводили, но для Манчестер Сити Борнмут был очень удобным соперником, потому что Борнмут — это, как мы помним, коллектив, который тоже любил временами пойти в атаку, оставить свободные зоны, и в итоге даже при Пеллегрини год назад Манчестер Сити дважды побеждал Борнмут с разницей в 4 мяча, и сейчас, мне кажется, ситуация, ну, в общем-то, может быть, и не очень сильно изменилась, потому что Борнмут остался примерно таким же, ну там плюс-минус, а Манчестер Сити — это команда, которая стала еще сильнее, чем она была год назад. И даже несмотря на отсутствие Серхио Агуэро, мы видим, что Сити одерживает одну победу за другой в различных турнирах. Поэтому, как мне кажется, учитывая то, что это будет домашний матч для Манчестер Сити, и команде, безусловно, нужно одержать победу, ну, может быть, даже и не броскую победу, а просто уверенную, хорошую победу. Мне очень нравится предложение на Манчестер Сити с форой минус полтора. Мне кажется, это имеет определенный смысл, и, скорее всего, все так и должно произойти. Желаю всем удачи, и не забудьте посмотреть матч Манчестер Сити-Борнмут.